Вы смотрите обзор товара Жбан дубовый с краном, 30 литров. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Жбан – хорошо известный на Руси сосуд, который использовали для приготовления и хранения различных напитков. Его изготавливали из дуба, березы или кедра. Дубовые жбаны – лучшие из них, потому что дуб обладает очень прочной древесиной, устойчивой к колебаниям температуры, его долговечность измеряется десятилетиями. Жбан выполнен по старой бандарной технологии, скреплен обручами из оцинкованной стали, имеет кран для удобства наполнения из него жидкости. Жбан от бочки отличается прямыми досками в его стенках и сужением его формы кверху, но принципы изготовления и бочки, и жбана одинаковые. Бондари скрепляют их стальными оцинкованными обручами. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.